это, я подрабатываю гастарбайтером. А вам случайно не надо ремонт сделать? Нет, спасибо. Ну, я по глазам вижу, вы одинокая. Наверняка нужен мужик. Не ваше дело. Ну как, это не мое? Я же подрабатываю. Эх, ну ладно. Давайте я с вами познакомимся. Расскажите о своих расценках. Ну, обои поклеить — это 300 рублей за квадратный метр. Плитку положить — 500 за квадратный метр. Сантехнику там поменять. Ну?